Большая партия груза передана отряду «Сальдо» 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОВ. Со словами напутствия к ребятам обратился глава города. Ребята из отряда «Сальдо», это наша 155-я бригада морской пехоты, проходит боевое слаживание на территории Приморского края. В самое ближайшее время они отправляются на территорию проведения специальной военной операции. Наши друзья из 155-й просили о том, чтобы мы подготовили несколько мотоциклов. Эту задачу исполняем. За моей спиной 8 мотоциклов, которые мы передаем. Машины хорошие, точно не подведут. Дополнительные тепловые пушки, дизель-генераторы, квадроцикл. Поэтому все то, что сейчас пользуется спросом, все, что необходимо в моменте, стараемся передавать постоянно. Ребятам постараемся помочь максимально, как бы все в наших силах, поэтому вместе мы сила. От имени предпринимателей, общественных организаций и всех неравнодушных Константин Шестаков передал отряду также автомобиль УАЗ, 2 дизель-генератора, 3 квадрокоптера и другое снаряжение и оборудование. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.